находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на рейде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд. Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый год. И во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционно «С Новым годом, с новым счастьем». Эти простые слова мы произносим с особой чувственностью, потому что они передаются из поколения к поколению. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А мы уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Спасибо всем.